действительно не его проблема. Знаете что? Давайте мы здесь построим еще вот эту заточку. Стоп! Нам придется защищать этот модуль. Его сейчас будут атаковать. Паршиво. Очень паршиво. Хорошо, попробуем. Я не знаю, что получится, но, по-моему, они могут разрушить эту штуку. Ух. Не знаю, что выйдет, правда. Ни одной подсвеченной комнаты, ребят. Зато что-то есть. Решето. Как бы без решета? Сила атаки плюс 18. Ладно, оставим это, правда, на следующий этаж. Что это? Стелла. Короче, срочно. Ребята, волны, волны, проблемы. Не знаю, как мы будем что-то делать. Черт, черт. Нет, умри, 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 сволочь. Он умрет. Ну, хотя бы умрет. Все, это главное. Фух, блин, жесть. Жесть, жесть, жесть. I try to ignore you. You are very... How can I explain this? I don't know. Где ты, женщина? Правда, не женщина. Смотрите, в принципе, что мы можем делать? Плевать на Стеллу на самом деле. Нам важно защитить эту штуку. Конечно, мы можем открыть эту комнату, но нам придется ее оборонять с двух сторон. Давайте мы сейчас не будем его открывать, а просто... Оставим ее на будущее. Вот. А пока просто построим еще кучу модулей. Модуль, это замечательно. Видите, нам нужны они везде. Ох, паршиво, паршиво, ребят. Все идет очень паршиво, честно говоря. Сколько еще? Сколько ты будешь еще учить? Одна комната. Давайте вот пытаемся. Я не знаю, чем все это закончится. Вряд ли чем-то хорошим. Где хоть одна подсвеченная комната, скажите? Ну, хоть какой-то сундук. Открывашка для писем. Да это же оружие. Может, попробуем их продать? Вот, хорошая идея. Пихнем ему их. Продавать их за науку, мне кажется, смысла нет. Хотя, кто знает. Давайте мы акнем. Оу, недостаточно зерна. Все-таки ап у нас слишком дорогие сейчас. Давайте мы пойдем открываться дальше. Не знаю, чем все это закончится. Ничем хорошим явно, но тем не менее. Мне, например, плевать на Стеллу. Хотя, конечно, то есть 50 к еде, но... Как видите, нам негде строить, просто потому что мы не можем осветить комнату. Ни одну не делаем. Мы не можем так подключить. Мы можем разве что вот так подключить. А толку? Пожалуйста, ну, помоги мне. Давай, давай. Что это? Богатство или смерть? Пыль. Пыль, господи, немножечко пыли.
нам дали пыль. А знаете, что это значит? Это значит, что нам сейчас будет хорошо. Чуть-чуть, но хорошо. Потому что мы можем открывать дальше комнаты и не особо бояться монстров. И вот здесь мы можем построить новый модуль. Нам однозначно нужен модуль на еду. Вот прям очень нужен. Пулемет. Как мы жили без пулемета? На самом деле смысла его здесь уже ставить, честно говоря, нет. Надо его ставить дальше. Вот здесь. Да. Так-то лучше. Скажем так, по крайней мере, шансов у нас больше. Давайте просто заточку поставим. Мне кажется, мы справимся с заточкой. По крайней мере, мы же не особо открываемся в эту сторону. О, что это здесь? А, нет. Монстры. Монстры. А, нет. Беги, женщина. А, мужчина, ты же можешь помочь. Точнее. Все, мы сейчас уничтожимся. Фух. Ну, потихоньку-потихоньку мы двигаемся, по крайней мере. Я хочу найти выход, ребят. Просто найти мой выход. Я не знаю, имеет ли смысл. Знаете что, давайте мы здесь тоже построим. А, у нас сейчас нет, не хватает. Увы. Но ничего, можем пока построить. Нет, не хватит, если мы пулемет построим. Кто-то порубил мне интернет. Ты не рубил мне интернет? Странно. Главное, чтобы стрим не отключился. Ладно, давайте робзону. Нет, скоро все что-то действительно не так. Ну, неважно. Я думаю, мы справимся с этой проблемой. В смысле? Ты думаешь, мне это грозит? Ладно, ребята, к сожалению, пока у нас музычка отключилась, поэтому... Ты же представляешь, как у меня будет гореть, да? Вот, давайте мы вот так сделаем. Куда мы откроемся? Давайте мы сюда откроемся. Где хоть одна светящаяся комната, вот скажите мне. Вау! Иди сюда, срочно. Нет времени объяснять. Так. Пулеметчики. Идите. Ну кто бы сомневался, блин, я никогда не играла в StarCraft 4. Я и не претендую, что не делаю. Так, ну с этим наплывом мы справились. Я хочу сюда что-нибудь поставить. Ну, в смысле, какой-нибудь модуль. Генератор чего нам нужен? В принципе, еды неплохо, потому что у нас... Хотя у нас есть новые. Ну так! Видишь, у меня не очень получается, но, по крайней мере, я двигаться начинаю. Это уже прогресс. Так, что значит сбросить? А, умение нет в топку. Так, что у нас? Плюс 50 хп, а здесь... У нас не хватает, но зато плюс 70 хп. Просто у нее, видите, смотрите, как возможность у нее развивается, в отличие от него. Другое дело, что один-то уровень мы можем дать. Очень жаль, что нельзя закрывать комнату. Знаете, какая-нибудь супер дорогая способность, все дела, но... Да, так хочется. Топку-то... Хотя, может, ты в науку что-нибудь развить, даже интересно. Так. Генератор промышленности второго уровня. Вот, конечно, крутая вещь, но нас не хватит. К сожалению, очень жаль. Спасибо.
Ой. Заточка заключенного третьего уровня. Вот это круто. Давайте попробуем. Ну, то есть у нас здесь комната не открыта, поэтому, в принципе, нам ничего им не грозит. Я только думал, куда мы в результате приведемся со всеми этими веселухами. Давайте поставим здесь пулемет. Так. Спасибо. Буду. Что бы это ни значило. Так. Что? 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 Что здесь будет? О, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нормально, не справимся. Здесь у нас новый. Сюда кто-то добрался? Добрался. Но это все не важно. Норм, норм. Идем обратно. Просто на самом деле есть у нас еще один вин. Если у нас получится все, вот в этой комнате у нас будет большое преимущество. Но не факт, что у нас получится. Сколько нам до генератора промышленности второго уровня? Это расскажите мне. Женщина, беги быстрее. Я хочу узнать. О. Это очень, да, грустная история. Наверное, немножечко даже. Так, а ты стой здесь. Вот, будешь оборонять эту комнату. Нет, знаете, лучше эту, потому что тогда женщине будет больше пути для отхода. Так, где выход? Ваша же налево. Тихо-тихо. Тихо. Я просто хочу узнать, что здесь за исследование. Модуль Тесла. Ну-ка, что за оружие? Сила атаки 30. Вот, хорошо. Тактический экстравагантный суперлазератор. Наносит средний урон врагам в комнате. Так, бот огня на подавление. Насколько он увеличивает? Плюс 20 к силе атаки. Генератор промышленности. Мы сейчас уже работаем. Рвущий газ. Наносит урон в 4 за секунду монстрам в комнате. Кстати, неплохая вещь, но у нас сейчас не хватает науки. Ох, ребята, чувствую, мы сейчас будут у нас проблемы, в общем-то. Нет, нормально. Я думаю, мы справимся. Что у нас здесь? Так, эти уничтожены. Нам нужен однозначно еще один пулемет здесь. Так. Они все-таки сюда добираются. Есть, короче, те, которые двигаются до кристалла, есть те, которые двигаются на нас. Я думаю, все уже поняли, да, одного, короче. Стопочные. Так. Вот. А проблема-то в том, что мы, конечно, здесь все открыли, это шикарно, но здесь нет прохода дальше. А это значит, что все, что мы сделали, короче, немножко бестолково. Вот. Чтобы я... Ну, очень грустно это немножечко. Знаете что, давайте мы не будем сейчас тратить здесь шестеренку, чтобы мы сразу могли на следующем уровне, если мы до него доберемся, что-нибудь интересное собрать. Вряд ли, но почему бы не попытаться? Можно сделать вот так, чтобы все шли отсюда, вот, и они, короче, будут пулеметным обстрелом. Ну как так? Это же неинтересно. У нас же главное это игра. Какие-то вы все странные, короче. Знаете что, давайте мы сосредоточим оборону вот здесь. Я не знаю, хорошая ли эта идея, мне кажется, не особо, но... Мне кажется, тогда у нас будет еще больше возможностей. Привет, Фантомик. У нас здесь, короче, я на третьем этаже. Считай, что я уже почти дошла до туда, докуда ты. Да-да-да, я помню, что ты мне сказал, что ты дальше не пролезал. Даже если ты меня обманул, я теперь буду говорить. Ха-ха!